Я думаю, действительно, пришло время для креативных видов туризма. 12 лет сам в Кыргызстане в туризме проработал, управлял одной из крупнейших туркомпаний в Центральной Азии. И меня тоже этот вопрос всегда занимал. Мне кажется, первое, наступает время, когда туристы будут хотеть все больше и больше делать руками. И это дает возможность очень разным творческим индустриям включаться. Второе, я думаю, что все креативные агентства в мире, которые снимают рекламу, снимают клипы, снимают фильмы, они нуждаются постоянно в новых локациях. Вот, например, сейчас Киев. Это очень популярная локация, где огромное количество американских рэперов снимает клипы. Когда-то дойдет очередь до нашего региона, то есть когда все локации уже будут использованы, нужно будет что-то новое, нам надо просто перехватить. Третий вид туризма – это цифровые кочевники, тоже очень крутой тренд. К 2030 году будет 1 миллиард кочевников цифровых. Это люди, которые работают на расстоянии, им не важно, где они живут, поэтому они 3 месяца в одном городе, 3 месяца в другом. И когда-то я думаю, что Центральная Азия может стать очень классной локацией для них, потому что здесь довольно недорогая жизнь, здесь вкусная еда, здесь красивые люди, здесь интересная природа и очень большая культурная вариативность на очень маленьком пространстве. Поэтому я очень надеюсь, что мы станем однажды локацией для цифровых кочевников. И они нам тоже очень сильно помогут апгрейднуть культуру в наших странах.